В Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска прошла Олимпиада по программированию «Низкод Олимпиад». В ней два этапа. Приняли участие более 140 учеников 7-11 классов со всей области. Подробности далее. Уже второй год подряд в Назарбаев интеллектуальной школе проходит Олимпиада по программированию. В прошлом году она привлекала учеников из школ областного центра. В этом году в ней участвуют более 140 школьников из городских и сельских школ. Мы популяризируем спортивное программирование. В этом году на базе нашей школы было открыто представительство Федерации спортивного программирования. И популяризация программирования, мероприятий в области у нас не так много проводится в направлении программирования. То есть есть от Дарын, например, Республиканская олимпиада, там два отбора, да, например, и практически все. То есть мы решили, что детям нужно встречаться чаще, видеть конкуренцию. Первый этап отборочный онлайн-тур предоставил возможность каждому участнику проявить свои реальные способности в программировании. Уже во втором этапе приняли участие более 60 будущих программистов и IT-специалистов. Участникам представили 5 задач различного уровня сложности. Ученики отметили значимость подобных мероприятий для развития своих навыков и проверки знаний. Я решил участвовать, потому что я хотел проверить свои силы, как я умею кодировать, что мне нужно подтянуть. И для своего будущего. Можно заниматься с преподавателем, но так как сейчас интернет, есть множество различных онлайн-ресурсов, по которым я лично занимался. По итогам Олимпиады все участники награждены сертификатами, а призеры и победители получили дипломы и ценные призы от спонсора. Наталья Итова, служба новостей.